Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и сегодня у меня вагер в пес, вагер на ящик пива. Ну, как сказать на ящик пива? Точнее, на рубас. Точнее, на 1000 рублей. Возможно, не все из вас сидели в тюрьме и не знают, что такое рубас. Рубас — это 1000 рублей. Вот, и 1000 рублей, по сути, это ящик плохого пива. Но сейчас на улице дикая жара, духота, все потные и мерзкие, и в такую погоду даже плохое пиво просто нектар богов. Играю я сегодня с котом, не со скотом, а с котом, но у чувака ник Мистер Кот. Вы не думайте, что я настолько деградировал в пес, что играю с животными. Нет, просто у чувака ник, я еще раз говорю, Мистер Кот, а ссылочка у него будет в описании. Кстати, как вам моя новая аватарка? Это же, надеюсь, вы узнали, это же Жулио Сезар. Ну, я, пожалуй, выберу свой родной клуб, мадридский Реал. Возможно, вы не знаете, но я настоящий коренной испанец, и мое имя Эль Антонио Дель Хуй. А, нет, в общем, ладно, шутки шутками. Так, он выбрал Баварию, то есть матч сегодня будет на ура. У Баварии очень сильный состав, но, скорее всего, он сейчас поменяет Рафиню, берет и Берната. Что-то он странное замутил. Ладно, в общем, а что сделаю я? Так, ну, само собой, Келора я уберу вместо Касилиса, на него место ставлю Рамоса вместо Варана, а так, еще Хамес, наверное, уберу, поставлю его сюда, а здесь пусть Модрич побегает. Вот я думаю, кого поставить на ЦПшечку Кросса, у него хороший удар, потрясающие пасы, и... или Хидира. Хидира мощный чувак, ладно, ставлю Кросса. Так, и что мы видим у оппонента? Очень странно, что Лам не играет, Алаба не играет, Данте... А, нет, вот, ведь начал он какой-то там мутить. Еще раз говорю, у Баварии просто пиздецкий состав. Робен там 91, Левандовский 87, Рибери там тоже 90 с лишним, Лам 90, Алонсо 88, Швани 88, Гёцци 89, Батник 88. Короче, просто пиздец. Нойер 93, ему вообще хуй забьешь. Ладно, погнали играть. Все, сейчас, дорогие друзья, начнется. У меня все надежды на фланге, именно на Роналду и на Бейла. У них сумасшедшая скорость, особенно у Бейла, она вообще сотка. То есть, по идее, он вообще один из самых быстрых. Но у Робена тоже скорости, дай бог. Так, начнем Левандовски. Пас на Хаби Алонсо. Хаби Алонсо, пас на Гёдзе. Так, это пытается он какие-то танцы в центре поля. И он побежит в этом хип-хоп батле. Рамос хорош в отборе. Пас на край на Бейла, отлично. И давай так, вырезай на Бензиму. Можно на Роналду сейчас сделать пас. Криш успеет, не успеет, не успевает Криш, но почему-то пробил такой холостой удар, не получился, как и сам Хрящ, блядь. Ладно, Криш такой же холостой, как и этот удар. Так вот сейчас Левандовский может, нет, ужасный пас на Робена. Отрабатываем, заебись, сейчас Модрич отработал. Рамос блестяще сейчас тоже отыграл. И вот Бейл, мы сейчас поточнее сделаем пасик-то. Ладно, лучше убежать, мне кажется, убежать сейчас. И от Данте убежать, нет. Не получилось сейчас от Данте нам скрыться. Поскорее, поскорее аут вбрасываем, но не дали нам быстро вести аут. Все это проторм... Закинь, блядь, сука, попал в этого француза ебучего скотина. Как ты умудрился-то? Ладно, отступаем. Пиздец, где Марсело? Ты ебу дал, Марсело, чё за нахуй? Почему ты стал центральным защитником прямо сейчас? Накрывай его. Выноси! Молодцы. Молодцы, я сказал. Не зря же я вас хвалю. Опа. Блять, да что ж ты будешь делать-то? Может, отборчик, чуваки? Отборчик, может быть? Я же не зря жму отборчик-то. Чё-то нас прессингуют. И вот сейчас будет очень опасно. И Кастильо сейчас выручает. Безусловно, выручает нашу команду. Угловой. Ждем угловые. В песке это очень сильное оружие. На улице орут, блядь. Ебучие дети, ебучие эти псы мелкие размером с блоху, как называется, той терьер, короче, какая-то залупа, а не псы. Настоящий пес чау-чау или, блядь, ньюфаундленд, в конце концов. Навес, Сикер, бери мяч твой, хорош. Выноси, прям на бошку Бензима, давай, Бензима скидывай на Криша и побежали в атаку. Ну почти, ладно. Вот сейчас можно разыграть, давай. Рон, блядь, что это сейчас было? Какой кошмар. Перехваты, блядь, на... Хорош, Кросс. Отработал в защите. Марсело дальше. Да твою мать, Марсело второй раз за матч уже срет, откровенно говоря. Лам. Кросс опять в отборе просто блестяще действует. Модрич.
Вот вперед и давай, и на Роналду, на Роналду. Хорош, Криш, догони, догони, догони. Опасно сейчас будет очень опасно, Криш. И давай, так, пасик. И Бензема, твою мать, нахуя ты сделал этот ебучий лишний шаг? Зачем? Я же ничего не жал, просто стоял бы на месте. Вот какая же это тупость, что иной раз они... А на месяц это, ну раз, блядь, идут туда, куда не нужно. Просто бы стоял на месте, мяч к тебе катился спокойно, там угловой должен был быть, не знаю, в общем, не стал судья назначать. Его отними, хорош, кросс. Кросс вообще просто пока что лучший. Тут, наверное, офсайд удар, да, офсайд. Сука. Очень-очень нервное начало матча. Нойер с мячом. Нойер. Давай, грузи уже. Чувак, не тяни, я нервничаю. Вообще, когда играю вот с людьми, даже не на какие-то суммы, она на интерес ей уже, блядь, дико-дико переживаю. А уж на ящик пива, я же без него умру. Ладно, без сапожек я пережил, наступило тепло. Мне ампутировали всего одну ногу. Вот, как это было в прошлом лагере, к примеру. Рибери с мячом, Бейл, накрывай его, накрывай. У тебя же есть скилл. Опять Марсело срет, пиздец, что же он делает? Сейчас просто убежал в никуда. Кросс, хорош. Роналду, Модрич, забегай. Блять, не успевает сейчас Криш отдать пас. И Марсело опять не может ничего сделать. Да что ж ты будешь с ним делать? Что сегодня с Марселом происходит, я не знаю. Уже третье или даже четвертое неудачное действие от бразильца. Блять, что же он делает? Что же любите танцы ебучие? Выноси! Хорош, кросс должен быть на мяче. Кросс. Блять, Швайни, у него удар просто пушечный, но сейчас он борьбил просто, блять, так попиздил ладошки, грубо говоря. Это очень грубо, на самом деле, ни в коем случае так не говорите при своей девушке, если у вас такая есть. Но если у вашей девушки есть ладошка, то я знаю, каково это, брат. Вот сейчас Марсело красава отобрал наконец-таки мяч. И давай загружать, нет, говно я сейчас сделаю, если честно. Бенати с мячом, опа, вот сейчас может быть интересно. Может быть, интересно, на Бензему надо было давать пас, Бейл, блять, дурачина ты, простофиля. Ох, Гёдзе, Гёдзе. Блять, Гёдзе двоих обвел. Успевай, успевай, Рамос, блять, сука. И мы пропускаем, блять. Пропускаем, сука, два, блять, остолопы, за ним бежали два долбоеба. Пепе и Рамос, блять. Хуль я отбор жму, нахуя я это делал? Зачем я жму отбор, вашу мать, блять? Ладно, успокоились. Сука! Все в слюнях теперь, блядь, моих. Модрич с мячом, вперед! И, блядь, да почему так медленно? Почему такие неотзывчивые? Ёб вашу мать, ну сейчас-то, сейчас Рама! Рамос, успевай, молодец! Блядь, дети на улице просто с ума сходят. Я не знаю, кто это такие, блядь. Может, там сейчас кого-то режут? Надеюсь, детей этих ебанутых. Нахуя так орать, не понимаю. Не знаю, слышите ли вы, нет? Пиздец, там война, что... Ебать! Сука, они меня отвлекают. Ладно, это тупые отмазы. Бензем, блядь, сейчас пролагало. Дико, и, блядь, с мячом. Швайни. Кросс, кросс, блядь, хорош. Опять лагает, блядь. Я не люблю, когда лагает. Давай на Криша. Хорош момент сейчас может быть. Давай, пасик. Ну, Бейл! Сука, как ты не попал? Как? Ебучие дети, вы напугали Бейла. Да заткни свои ебальники, блядь. Сука, как же это невыносимо. А-а-а-а! Хотя, возможно, некая атмосфера, как будто на стадионе, там тоже вечно орут всякие дебилы, там, вперед, вперед, ебать, Спартак, ебать, и прочие мерзости. Хотя, может, это и не мерзость. Но сейчас, конечно, Бейл просто пиздец, еще не забил. Пас, пас, хорош! И там Роналду один, блядь, ты бы еще слабее бы дал пас, еблан, сука. Бенати с мячом. Рамос, аккуратно. Блять! Ну как сейчас-то? Что это было, Рамос? Сережа, ты чё? Ну да, блять, да опять не туда. Ну ладно, с мячом Хамес, Хамес, Хамес. Добей! Да как ты не попал? Как? Как можно было сейчас не попасть? Пиздец, как? Два? Два тысячи, прощ, пиздец, как? Охуеть, Бейл, и Бензема, вы чё? Дисконнект, блять. Но мы не отчаивались. Дубль 2, дорогие друзья. Пас! Роналду! Гоу! О-о-о-о-о-о-ол! Что? 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 Как? Зачем? Смотрим.
Ну, блядь, очень-очень тонкий офсайд, если честно, даже не знаю, блядь, даже не знаю. Разве что какая-нибудь там, блядь, доля пятки, там, край залупы там был, этот кошмар. Момент! На Гриша! Дай, блядь, Бензема, ёбаный в рот, в этот раз не получилось это сделать, и сейчас Робен разгоняет атаку. Ой-ой-ой-ой, где же моя центральная защита? Та Пепе накрыл! Касильяс, боже, что ж ты творишь-то, лучший. Икер выносит мяч. Прямо на Карима Бензема. Бензема головой играет. На Бейла, Бейл. Бейл хорош, хорош пас отдать. Да что ж ты будешь делать? Хамес на край, на край. На край, на край, на край, блядь. Да что ж ты, Бензема, я жал пас. Он, блядь, минуту две соображал, наверное, пиздец. Такой, отдай обратно, хорош. И Касильяс, выбей вперед, молодцы. Сработало, сработало. Криш, на край. Да что ж с вами делать-то, блядь, чё, блядь, заебись. Если уж дать пас, то... Давай на Бейла! Блядь, сука, не совсем то, что хотел сделать, но там уже просто такая ситуация была критическая, когда совсем уже не было времени соображать. От Карвахаль, блядь, позоришь меня, ёлы-палы, где центр защиты, где он? Рамос! Ух, Икер. Пока что кипер Фериат. Хотя я считаю, что я забил чистый гол. Не знаю, там был офсайд или нет. Если среди вас есть опытный арбитр, то напишите мне, был или нет офсайд. Хамес. Навес. Роналду головой сыграю. У тебя же, наверное, игра головой. 100, блядь. Один из лучших в мире. Роналду, блядь, дальний удар, надо удары, нам надо удары, почему вы так медленно все это делаете, почему такие нерасторопливые, сейчас будет пиздец. Защита у меня не очень, но Марсело своей пушистой одуванчиковой головой играет хорошо. Надеюсь, серваки нормально будут себя сейчас чувствовать. Интересно, а Марсело любит вино из одуванчиков, у него голова из одуванчиков, есть вино из одуванчиков, ну ты просто, если вы не поняли эту юмореску, то есть такое... Фантаспом Рэй Брэдбери, в общем, он автор этой книги. Видно из одуванчиков. Очень странное, мне кажется, название, но у него... Все-таки Хамес головой, ну, блядь, ну, Хамес, пробей! Криш, пробей! Сколько, бей! Суки, тормоза! Это что, блядь, сборная Эстонии по футболу? Пиздец, блядь, сука, надо ждать, чтобы пробили. Хорош, вперед! Вот сейчас молодец. Точнейший пас. Кросс от Ньол, хорош. Модрич! Модрич, почему так долго? Почему так долго? Почему так долго, сука? Сколько надо ждать, чтобы вы сообразили и Хасилис мяч твой? Ладно. И где все? Где мой подбор? Давай, Тони, затащи. Не зря ты мой тезка почти. Хороший Бейл, давай, Бейл, скорость 100 должна быть, а не зря. О, в сторону, хорош. Закидуха! На Бензиму! Бензиму. Как-то по-украински сейчас звучало «Це хлопець Бензима». Хорош! Как сейчас неудачно сейчас действую в защите. Нормально, нормально, Карвахаль, точно пас отдай. Умница, Карвахаль. В центр надо сюда. Бля! Хорош. И пизду давай на Касилис. И тут спокойно выноси. Спокойненько без нервов. Давай, хорош. Блять. Может, Бейл поборется? Нет. Может быть, Бейл сейчас поборется? Не получилось. Что-то со всеми. Забыл про Криша. Может, сейчас про него вспомним? Где там Роналду-то? Нет, не очень удачно. Его закрывает аж двое футболистов сразу. Вот сейчас. А вот сейчас. А вот сейчас. И почему? А вот сейчас Марсельчик не затащил. Не затащил. Кросс успевает на Карвахаля. Отлично. Блин, Фол! Судья, блядь, ты меня раздражаешь. Опа. Опа. Бейл. Момент. Пас! Криш, давай, забивай! Сколько можно это терпеть? Мум Кросс сейчас как бревно сейчас сыграл. Но, слава богу, мяч сохранили. Опять ёбаные лаги, сука. Чё ж в канаме так плохо с компами? Уходи, мяч наш, мяч наш, мяч наш, мяч наш. Очень-очень нервная каточка. Криш, сучьи лаги. Грёбаные осьминогоеды, дубль три.
Вот этот потрясающий стадион. Надеюсь, сегодня он увидит пару-тройку моих красивейших голов. Почему-то скамейки на потолке — это очень странная находка с этих архитекторов. Ну! Твою мать, как? Джеймс, Хамес, хуебес! Как ты сейчас промахнулся? Ну как ты сейчас умудрился промазать? Это не, просто невероятно, если честно. Там один Модрич, или кто там, неважно! Да! Роналду все-таки забивает с метров пустые, ладно. Ебать, там сейчас на улице взрыв был, там либо война, либо у какого-то ребенка пердак лопнул от того, что мамка не купила ему мороженое. Провал! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 1-1, 1-1, сука, 1-1, так вот бывает. Яйцо, блядь, забил, как пил Нагиев в каком-то, блядь, ебищном фильме. Яйцо, 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 сука. Видимо, так сейчас и поют фаны Баварии. Экономит нормально, почему бы... О! Серв Канами, как же я... Канами, вы чё нахуй, вы чё творите, это пиздец, 20, сука, 21 нахуй век, 2015 год, люди, блядь, в космос летают, блядь, а у вас вместо серваков, нахуй, осьминожье говно, да я вас, сука, Фудзияму ебал, пиздец, ну как же это, блядь, нахуй, три матча, три вылета, охуительно, сука, почему, блядь, почему, вот поэтому, блядь, в FIFA играет, блядь, каждый, кому не лень, а вас в PES играет, блядь, самый, блядь, нахуй извращенный, типа мне, которому нравится, вот, геймплей, блядь, вся залупа, вся хуйня. Сука, блядь, серваки подчините, уебаторы, узкоглазые, сука, я вас в рот ебал, блядь, огромным, блядь, длинным, длиннющим, нахуй, стропоном, таким же длинным, блядь, и бесконечным, как ваши ебучие лаги, сука, это невозможно, блядь. Блядь, сука, три матча, три вылета, мудари, ебать.